Привет. Я не знаю, что тебе сказать, но давай поиграем в Майнкрафт. Я хочу попробовать. Во-первых, сейчас я захвачу рабочий стол. Сейчас я захвачу. Раб на столе назовем. И захват экрана. Бам. Да. Все. Идет запись. Такая программа, к сожалению, я пока не взломал. 18 минут идет. Точнее, 18 часов длится. Все голоса только с проверсией. Тут их очень много. Я не знаю, зачем вот это. Типа для стримов, наверное. Хорошо, я понял. Здесь очень много голосов. К сожалению, программа платная. Я не взломал. Но чтобы применить, на voice change нажимаешь. Изначально она вот такая. А вот такая с voice change. Oh yeah, man. 6, подожди, 8 этих получается. Наратор. Он, ну, такой себе странный, честно говоря. Там много шумов. То что так ломается. Я не знаю, есть ли шумы сейчас. Мне, по-моему. Тут-то у меня очень стыл. А если так хорошо. Хорошо. Сейчас я буду вставать. Потом бэйби. Могу менять тон, могу менять. Но это ничего не даст. Потом могу даже спеть. Эй, йоу, Моргенштерн, йоу, мэн. Что это там, не знаю. Их зовут Ча-Ча-Ша, сейчас. Вабавут чак-чак, ифа вут чак-чак, ифа вут чак-кут-чак-вут. How much wood would the woodchuck-chuck if a woodchuck-chuck-wood? Woodchuck-chuck-wood, woodchuck-chuck-wood. How much wood would the woodchuck-chuck if a woodchuck-chuck-wood? Woodchuck-chuck-wood, woodchuck-chuck-wood. How much wood would the woodchuck-chuck if a woodchuck-chuck-wood? Woodchuck-chuck-wood, woodchuck-chuck-wood. How much wood would the woodchuck-chuck if a woodchuck-chuck-wood? Woodchuck-chuck-wood, woodchuck-chuck-wood. How much wood would a woodchuck-chuck if a woodchuck-chuck would? Woodchuck-chuck-wood. Woodchuck-chuck-wood. Четверг, 4 числа. 4 с четверти часа. Лигурийский регулировщик. Регулировал в Лигурии. Но я забыл, что там было дальше, окей. Плазма, о, серия в Майнкрафт. И что ты мне сделаешь? Самый стандартный это будет. Заходим в браузер. Кстати, еще есть Plasma Voice, есть Clone Fish, есть MorphVox. И я хочу сейчас попробовать найти лучший для этого. Потому что менять свой голос прикольно. Я даже нашел видео,
как изменить свой голос в чем? В жизни. Там можно поднять кадык тренировками, и ты сможешь воспроизводить женский голос. Ну и наоборот, наверное, опустить кадык, чтобы воспроизводить мужской голос. Ну вот, и... То есть, мягко говоря, мы рождаемся все с определенными данными, но каждый из нас может, наверное, натренировать большую часть, которых у нас нет, но мы их можем натренировать и получить такие же данные, как и у других. Например, третью руку мы не можем вырастить, ну да ладно. Вот, что я хотел показать. Я уже забыл. Что я хотел. Так, создавать свой голос тоже можете в Pro-версии. Я что-то хотел показать, но я забыл. Блин, что я хотел показать. Также я хочу скачать еще RTX, что-то там, Voice-подавлятор. Ну так, на всякий случай. Вот. Я что-то хотел, я уже забыл. How much wood? А. Translate. И смотрим, что... А, ясно. Что такое pitch? Удачи. Ну, не знаю, что это значит, но, в общем, это самая стандартная штучка, которая существует. То есть ты просто меняешь свой тон с более... От самого вот детского какого-то... Даже можешь не ставить свой голос такого, потому что, ну, знаешь, я всегда прикалывался. Вот один раз я поставил свой голос, точнее, я пришел к другу, я такой: «Всем привет, с вами там...» Я не знаю. Я говорил вот так вот. Я не помню. А, я Дим... Я Дима Сутров. Я из Италии прибыть. Целебных лекарств привозить. Ну, в общем, как-то так я говорил. И это очень прикольно. И сейчас я могу то же самое делать. Не в Италии, а в России. У себя даже есть укус. И мне кажется, это очень режет ухоу. Поэтому go, я остановлю this video. And let's check it out, okay, in my YouTube channel. Bye-bye.